сказал умняша! Грузовичок Тони и рабочие машины. Это грузовичок Тони. Сегодня он весь загружен. А что это у него в прицепе? Это он везет землю для клумб, чтобы выращивать цветы. Я знаю, ты их очень любишь. Смотри! Как красиво! Давай посмотрим, кто в кабине. Давай. Я знаю, это зебра. Да, это зебра. Она любит ездить вместе с Тони. Смотри, они уезжают. Но за ними едет машина-мусоровоз. А за рулем сидит... Козленок! А что ты знаешь о мусоровозах? Я знаю стишок! Если слышно шум колес, во дворе мусоровоз. Соберет он разный хлам, чтобы чисто было нам. Ух, какой красивый стишок! Смотри, здесь много разного мусора. Давай соберем вместе. Давай, чтобы чисто было вокруг. У мусоровоза есть два контейнера для мусора. Первый – это маленький боковой контейнер. Какого он цвета? Желтого цвета. Верно, желтого цвета. У него мы соберем весь мусор. Теперь здесь будет чисто! Ой, смотри, кто-то выбросил мусор еще. Опять будет здесь грязно. Так некрасиво делать, но давай соберем и этот. А что это сзади мусоровоза? Такое большое и синее. А это второй контейнер для мусора. Он закрепляется специальными рельсами и может переворачиваться, чтобы выгрузить мусор в кузов машины. Смотри. Теперь ясно, как он работает. Давай изучать следующую машинку. Давай, это у нас бетономешалка. Смотри, у нее есть кабина, а в кабине сидит ослик. А что это все время крутится такое? Это кузов бетономешалки. У всех бетономешалок кузов состоит из барабана грушевидной формы. Там есть бетон, который очень быстро сохнет. Поэтому нужно, чтобы кузов все время вращался. Но сегодня бетономешалка привезла тебе сюрприз. Сюрприз? Я люблю сюрпризы! А какой? Какой сюрприз? Смотри! Ура! Это шарики! Какие они красивые и разноцветные! Их так много! Следующий, кто везет тебе подарок, это автокран с лошадкой. Еще один подарок! Ты помнишь, из чего состоит автокран? Нет, расскажи мне. Это кабина. На кабине есть мигалка. Это гусеничные колеса. Они могут проехать по любой грязи. По любой грязи? Вот это да! А это стрела, которая может поднимать груз высоко-высоко. А также опускать его на землю. Ух ты! Смотри, сколько интересного тебе привез автокран. Это же курочка!
мячик. Можно с ним поиграть. А вот эта мышка, она кушает сыр. Ну а теперь ему пора ехать. А это экскаватор. Экскаватор тем хорош, у него огромный ковш. Он усталости не знает, целый день себе копает. Молодец, Сумняша. А может, ты знаешь, из чего он состоит? Чего ж нет, могу рассказать. Это кабина, в ней сидит слоник. Это ковш. И колеса. А еще есть фонарь и мигалка. Откуда ты все это знаешь? А я познакомилась с ним, когда он копал нам яму для песочницы. И он мне все рассказал. Спасибо тебе, Умняша, теперь и я все знаю. Давай все вместе с нашими ребятами повторим машинки, которые сегодня видели. Это грузовичок Тони. Да, это же Тони! Он сегодня нам привозил землю для клумб, чтобы выращивать цветы. Дальше. А кто дальше? Дальше мусоровоз. Он помогает нам убирать, чтобы вокруг было чисто. Так, потом. Помнишь машинку, которая привезла тебе сюрприз? Бетономешалка. Она привезла много-много разноцветных шариков. Правильно. Дальше машина, которая незаменима в стройке. Это автокран? Да, автокран. И последняя машинка у нас... Экскаватор. Молодец, ты справилась. Так держать. Буду стараться. Если тебе понравилось, подписывайся на канал и смотри со мной каждый день новый мультик. Скачивайте детские развивающие приложения в Google Play и App Store.